Ребят, я в шоке, конечно. Но в Кириллке возможно все. Даже вот такие купания. Сегодня число 11, наверное, не помню уже. Ну, пошел человек, купается. И тепло, и хорошо. Валик, медуз нет! Поплыл. Я в шоке. Я в шоке. Но Кирилловка делает чудеса. С этим я полностью согласен. Всего доброго вам. Веду репортаж с крыши. Работаю.